Приветствую, друзья! На связи Николай Жаричев. В этом видео мы с вами поговорим про маркетинг компании Rakuten. Но спешу напомнить, что маркетинг любой компании вы начнете понимать только тогда, когда начнете зарабатывать по нему. Поэтому, если что-то сегодня будет для вас непонятно, не нужно этого бояться, друзья мои. Как говорится, дорога возникает под ногами идущего. Будем с вами двигаться степ-бай-степ, маленькими шажочками к большим деньгам, к большим возможностям. Но прежде чем я начну рассказывать про маркетинг, я хочу вам рассказать одну очень важную вещь. У нас есть два сайта. Мы их называем белый и черный. Для чего это нужно? Первый сайт вы уже видели. Это Rakuten MBA, белый сайт. Это marketplace нашей академии, где находится наш продукт. Мы его называем еще витриной. Соответственно, этот сайт больше для клиентов. То есть, если вы просто хотите порекомендовать клиенту наш продукт, он может просто активировать подписку и проходить обучение. Возможно, ему не интересно строить бизнес. Возможно, у него сейчас нет на это времени. Человек может быть в отпуске, либо заниматься ремонтом, скажем, и ему не до бизнеса. Он просто хочет в моменте посмотреть какой-то курс. У меня такие примеры были. Буквально недавно только была история у меня. Знакомая девочка начала снимать в социальные сети рилсы. Я ей говорю: посмотри, у нас есть классный курс. Я ей просто дал логин, пароль от своего кабинета. Она зашла, посмотрела и сказала: вау, круто, это то, что я искала, спасибо большое. И говорит: у тебя еще много курсов есть, можно я посмотрю? Я говорю: не, я говорю, наглость второе счастье. Бери ссылочку, активируй, соответственно, и в любой момент у тебя будет доступ в кабинет. И, конечно же, человек с удовольствием стал клиентом и начал пользоваться продуктом, да, то есть и даже, возможно, будет кому-то рекомендовать, но у человека другая цель, которой он идет, и ей сейчас не до бизнеса. В какой-то момент, возможно, она увидит, если я буду транслировать дальше в своих социальных сетях, о том, что кто-то из наших партнеров зарабатывает большие деньги, ее это зажжет, ей это понравится, да, то есть у нее что-то щелкнет, скажем так, и она из клиента станет партнером. Многие из наших партнеров как раз-таки используют эту стратегию заход через продукт. Поэтому Rakuten MBA – это наш marketplace, это наш белый сайт, где находятся наши курсы, наша витрина, друзья мои. Но мы переходим к нашему второму сайту. Итак, наш второй сайт – Rakuten Pro. Черная версия. На этом сайте будет управление вашим бизнесом. Здесь будет партнерская программа, раздел «Моя команда», раздел «Промо-материалы». Тут будет обучение специально по бизнес-направлению, где вы научитесь работать в интернете, скажем так. Специально для нашей платформы Александр Бэк записал очень крутой курс по обучению работы в интернете, от поиска целевой аудитории, выбора целевой аудитории, боли целевой аудитории, соответственно, до касания с ними, до ведения социальных сетей, настройки рекламы. То есть абсолютно ответы на все вопросы, чтобы вы стали экспертом, профессионалом в области партнерских программ в интернете, друзья мои. То есть помимо этого обучения у нас еще есть много других обучений. Есть своя бизнес-академия, где также вы с бизнес-тренером будете обучаться делать первые шаги. Поэтому страшного ничего нету, получится абсолютно у всех. Нужно просто начать, друзья мои. Итак, я рекомендую вам всем перейти на наш сайт и просто попереходить во все вкладочки. Не нужно бояться открывать вкладки. Зашли в одну вкладку, во вторую, в третью, в четвертую. То есть важно понимать, где что находится. Давайте перейдем к маркетингу, друзья. 12 игровых комнат. Да-да, вы не ослышались, именно игровых комнат. У меня трое детей, и если я хочу с ними заняться чем-то серьезным, допустим, спортом, чтением, либо какой-то операционкой, да, то есть, которая, ну, скажем так, не вызывает удовольствия. Если я это превращаю в игру, они делают это с удовольствием, и при том делают это в разы больше, лучше и качественнее. Если спорт с ребенком превратить в игру, то ребенок выкладывается гораздо сильнее. Взрослые — те же самые дети, ничего не меняется. Вот так вот это выглядит визуально на нашей платформе, но сейчас я хочу вам показать это в виде слайдов, чтобы мы с вами детально разобрались. Итак, друзья мои, 12 игровых комнат. Представим, что у нас есть точка А. Это первая игровая комната. И у нас есть точка Б. Это 12-я игровая комната. Что такое я нарисовал? Это путь, который нужно пройти. Я не зря нарисовал этот путь именно в горку, друзья мои.
Потому что это будет непростой путь. Я совру, если скажу, что все будет просто, легко и так далее. Но это не так, друзья мои. Мы про то, чтобы быть, а не казаться. Я лично убежден, что все, что делается через боль, через силу, сейчас резонанс, да, то есть ты говорил легко играюще, а сейчас через боль, через силу, но именно преодолевать нужно это все с улыбкой, легко играюще, да, то есть вот эти все трудности, которые будут, а их будет очень много, друзья мои, на нашем пути. Давайте приведу примеры вот каких-то искусственных вещей. Вот можно пойти в тренажерный зал, обколоться химией какой-то, накачаться очень быстро, но это все искусственно. А можно пойти через боль, через силу, идти качать мышцы, но делать это с удовольствием. И в конечном итоге, что ты приобретешь? Ты не просто мышцы красивые приобретешь, которые у тебя останутся. Ты приобретешь дисциплину, ты станешь увереннее в себе. Ты приобретешь гораздо больше, чем просто мышцы. То же самое, когда вы выбираете посмотреть какой-то умный, серьезный фильм, либо прочитать книжку. Конечно, фильм смотреть проще и легче. Но что останется после этого в голове? Ничего. А какую-то техническую литературу прочитать, ее сложно читать, понимаете? Но именно она будет формировать правильные извилины. Но это сложно, и никто не хочет этого делать. Меньшинство, скажем так, зарабатывают самые большие деньги, потому что они идут более сложным путем. Если мы говорим про интернет-заработок, да, то есть большинство выбирает какие-то хайпы. Где-то они выстреливают, да, то есть, но для меня хайп это шаг вперед, два назад. Потому что здесь тебе повезло, ты выиграл в эту лотерею, заскочил вовремя куда-то там и так далее. Деньги прикладываются из кармана в карман какой-то идеи, скажем так. Люди зовут людей, выстреливают, зарабатывают какие-то деньги, потом все рушится, человек теряет репутацию. И зачастую, да, то есть деньги тоже очень быстро кончаются. Ну, потому что легко достались, как бы и все, на ветер ушли. А можно строить команду правильно и учить команду правильным вещам, понимаете? Поэтому вот этот путь, друзья мои, это будет очень сложный путь, немногие его пройдут. Кто-то его пройдет дважды, трижды, 10 раз, 20 раз, понимаете? И с каждым разом ему будет проходить его все легче и легче. И я вам скажу так, что проходить этот путь максимально выгодно. Потому что это очень денежный путь. Мы же с вами говорим про деньги прежде всего. Но самое главное, пройдя этот путь, подумайте вот о чем. Кем вы станете? Что вы приобретете? Вы станете экспертом, профессионалом. Вы окружите свою жизнь сильными, целеустремленными людьми. Вы соберете команду своей мечты, потому что вы станете лучшим наставником для них. Вы заработаете очень много денег, пройдя этот путь, друзья мои. И все это у вас останется. Это не сиюминутная какая-то история. У нас нет финансовой нагрузки, поймите это. То, что наш маркетинг – это долгосрок. Да, то есть мы развиваем продукт, мы хотим развиваться в области блокчейна ТОН, мы будем сейчас создавать свои собственные продукты на базе этого блокчейна. Не только настройки какие-то внешние делать, да, то есть, но еще и развивать непосредственно IT-продукты. Но нужно понимать, что в криптомире, да, то есть ценятся что? Сообщества, большие сообщества. Когда у тебя большая команда, большое сообщество, все двери перед тобой открыты. Именно в этом заключается наша миссия, чтобы создать самое большое сообщество блокчейна ТОН, чтобы для нас все двери были открыты. И когда будут запускаться какие-то крутые продукты на базе этого блокчейна, а я напоминаю, что это официальный блокчейн Телеграма, да, то есть это официальная монета Павла Дурова, и там будет развиваться огромное количество разных технологий. И интеграция в Телеграм сейчас уже говорит о многом. 700 миллионов пользователей уже сейчас. И будут появляться какие-то компании, которые захотят с нами интегрироваться, и мы их будем добавлять по партнерской программе. Если к этому моменту у вас будет уже большая структура, большая команда, вы будете зарабатывать с каждым разом все больше и больше, понимаете? Это как снежный ком, который катится с горы и становится в объемах все больше. Поэтому, друзья мои, этот путь пройти важно, чтобы доказать самому себе, что вы чего-то стоите. Чтобы, преодолев все это, вы стали сильнее, увереннее и богаче. Давайте разбираться более детально. Маркетинг максимально денежный. Максимально денежный. Все 100% денег уходят в сеть. То есть уходят в партнерскую программу. Вы заплатили подписку 10 тонн коинов. Из них часть ушла на покупку бизнес-места в столе К1 вам, открылась ячейка, в которую вы можете приглашать, заполнять эту ячейку самостоятельно, с помощью своего наставника, с помощью клонов, да, то есть мы об этом сейчас поговорим с вами, но заполнять эти бизнес-места, двигаться дальше. То есть 4 тонн коина уходят на создание бизнес-места, 3-4 тонн коина уходят в карьерную лестницу, и еще 2-3 тонн коина, да, то есть всегда по-разному, они непосредственно уходят на различные розыгрыши, промо, которые мы периодически устраиваем на нашей платформе. То есть все 100% денег распределяются внутри сети. Как я уже сказал, при активации подписки вам активируется бизнес-место за 4 тонн коина. Вот это вы, то есть это ваша ячейка, под вами появляется 2 пустых места. Вы заполняете эти пустые места, то есть либо партнерами по своей реферальной ссылке, либо наставник вам помогает, либо система умного клона сюда выставляет. Но в конечном итоге вот эти 2 бизнес-места, они заполняются,
и происходит в этот момент апгрейд. То есть запомните это слово апгрейд. То есть это когда у вас закрылись все бизнес-места, и вы перешли на следующую игровую комнату. То есть все, здесь больше пустых мест нету, произошел апгрейд. Вы условно купили бизнес-место за 4 тонкоина, сейчас это превратилось в 8 тонкоинов. Вы перешли во вторую игровую комнату, которая стоит непосредственно 8 тонкоинов. 8 тонкоинов. Под вами появилось уже 3 пустых места. Итак, при заполнении левого места вы получаете прибыль 4 тонкоина. То есть, как только тут появился человек, откуда он может появиться? Смотрите, вот тут, допустим, вот в эту ячейку вы пригласили своего друга. У него тоже есть 2 пустых места, которые вы не видите. Как только он заполнит эти места, он автоматически произведет апгрейд. То есть, у него тоже аккаунт совершит апгрейд в игровой стол К2. И он перейдет к вам. Ваша команда всегда следует за вами, это важно понимать. Поэтому он перейдет сюда и, возможно, займет как раз-таки вот это место, да, то есть вот это место займет. А потом вот этот человек закроет 2 своих места, допустим, и перейдет уже непосредственно в накопление, к примеру, вот сюда. И ваша команда всегда следует за вами. Либо вам поставит наставник, либо система умного клона вам сюда поставит, либо вы можете прокупить сюда место. То есть мы об этом поговорим чуть дальше. Мне важно, чтобы вы поняли одну простую вещь. То есть при заполнении ячеек происходит апгрейд, вы переходите на более дорогой стол. Как только здесь заполняется левая ячейка, вы получаете прибыль 4 тонкоина на ваш кошелек, и вы получаете клон К1. Что такое клон? Клон — это точно такой же аккаунт, вот как был вот здесь. То есть вот этот аккаунт, который вы купили за подписку, вы получаете еще здесь точно такой же абсолютно бесплатно. Для чего? У вас уже тут нету свободных мест, все, то есть вам ставить уже некуда. Но у вас есть люди, которые хотят зайти. Или наставник хочет вам поставить, или система умного клона хочет вам заполнить ячейку. Но у вас нету свободных мест, куда можно поставить, соответственно, человека. Поэтому система вам автоматически дарит клон К1. И у вас опять появляются свободные места для заполнения. То есть клон — это точно такое же бизнес-место, которое следует апгрейдами. Как только оно заполнился, клон, да, то есть полностью заполнился, он также совершает апгрейд. Простыми словами, когда вы двигаетесь из одной игровой комнаты в другую, помимо того, что вы получаете прибыль, за вами еще следует большое количество клонов. Для первого раза может быть непонятно. Еще раз. Вы начнете понимать только тогда, когда начнете зарабатывать. Вот здесь в ячейку встали, прибыль какая-то прилетела, оп, откуда, что, почему, зачем. Начинаете задавать кучу вопросов, начинаете разбираться, все начинает получаться, друзья мои. Как только вы заполнили в К2 все 3 места, вы переходите в К3. Давайте разберемся более подробно, что такое К3. В К3 у нас уже есть 4 игровые комнаты. Сейчас я напомню, что в К2 у нас вот эти 2 места, они накопительные. То есть мы позвали 2 людей. Вот сюда, вот в эти 2 ячейки. 8 плюс 8, да, то есть равно 16, друзья мои. То есть вот эти 2 места складываем, равно 16. И как раз таки они дают нам возможность перейти на более дорогой игровой стол. То есть это как бы наша инвестиция, которая накопилась, да. То есть мы переходим все дальше и дальше, чтобы у нас была возможность зарабатывать все больше и больше. Потому что большие деньги притягивают большие деньги. Вот это вы должны понять. Невозможно вот это по мелочи создавать быстро капитал. Нет, большие деньги притягивают большие деньги. Поэтому очень важно переходить на более дорогие, на более взрослые, скажем так, игровые площадки. Итак, давайте разберемся в столе К3, как это выглядит. Здесь уже непосредственно 4 ячейки, которые нужно заполнить. Итак, левая ячейка. Как только здесь у вас появляется человек, вы получаете прибыль 4 тонкоина и получаете клон К1 и К2. То есть, понимаете, если вы дошли до 3 ячейки, соответственно, заполнив при этом предыдущие, то у вас уже здесь есть клон, и еще из К3 вам тоже вылетает клон. В К1 и один клон сразу же в К2, то есть здесь еще один клон создает. Клоны позволяют нам гораздо быстрее закрывать вот эти ячейки. То есть смотрите, простыми словами, вы пригласили одного человека, он двигается, совершает апгрейды с одной игровой комнаты на другую. То есть он перешел с К1 на К2, вы как наставник его выставили. Он перешел с К2 на К3, вы как наставник его выставили. За ним движутся его клоны, которые тоже совершают апгрейд. Понимаете? И вы его клоны тоже выставляете себе. Точно так же и ваш наставник делает, понимаете? То есть клоны позволяют нам гораздо быстрее закрывать все эти ячейки, чтобы была динамика движения очень быстро. Это важно понимать. 16 тонн бизнес-места, прибыль 4 тона,
сразу же себе на кошелек, выводите и ждите to the moon, когда Тонкоин вырастет и даст хорошие иксы. Получаете клоны К1, К2, здесь понятно, то есть точно такие же бизнес-места. Их не нужно будет отдельно проплачивать, на них не нужно покупать подписку, поймите одну простую вещь. То есть подписку вы покупаете за 10 тонкоинов, она активирует всю вашу систему. То есть будь у вас там 100 клонов, 200 клонов, вы покупаете одну подписку для всех своих клонов, которые есть. Вот эти 16 тонкоинов мы с вами должны разделить на что? 4, да, то есть плюс клон К1, К2. То есть клон К1 стоит 4, клон К2 стоит 8. То есть мы должны с вами плюс 4 и плюс 8, да? То есть и у нас, по сути, вот эти вот 16 и получается. 8 плюс 8 равно 16. То есть мы эти 16 тонкоинов разделили, 4 отдали выплату и создали вам дополнительные клоны. Поехали дальше. То есть как только у вас человек встает во второе бизнес-место, вот сюда, вы получаете уже прибыль 12 тонкоинов. То есть вы с этого места 4 получили, с этого 12, с предыдущей игровой комнаты 4 получила. При этом вы находитесь на К3, возможно, ваш клон уже находится на К2, там еще 4 заработал. То есть, понимаете, такая лавина из клонов, которые идут за вами хвостом, собирают прибыль дополнительно. И 4 тонкоина уходит в партнерку. Что такое партнерка? Это линейный маркетинг. Давайте с вами более подробно разберемся. У нас есть с вами 5 уровней глубины. То есть 5 уровней глубины. Первый уровень глубины – это лично приглашенные. Если в эту ячейку, вот в эту ячейку, встанет мой лично приглашенный, то с этой партнерки, с 4 тонкоина, мне придет сколько? 50% – это 2 тонкоина. Все правильно. Если вдруг мой наставник поставит мне сюда человека, но это его личник, он его позвал, то моему наставнику придет на дополнительно 2 тонкоина. То есть наставнику выгодно ставить сюда, потому что он заработает. Да, он такой: классно, супер, я сюда поставлю, я заработаю. И вам уже легче становится от этого, то есть меньше бизнес-мест закрывать, чтобы продвинуться дальше. Понимаете, о чем я? Линейный маркетинг, друзья мои, это самый денежный маркетинг, который может быть. Вы скажете: 10% ерунда. От 4 тонкоинов 10% это там 0,40 тонкоина, это очень мало. Да, то есть, но смотрите, друзья мои, то есть как это работает. В первом уровне у вас может быть 5 человек. Эти 5 пригласили еще по 5, и во втором уровне у вас может быть 25 человек. На третьем уровне каждый пригласил по 5, это может быть 125 человек. На четвертом уровне 3125. И на пятом уровне, если я не ошибаюсь, это 15625. 15625 партнеров на пятом уровне. 15625 умножаем на 0,40. А? Но на самом деле в других игровых комнатах прибыль по партнерке гораздо весомее. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что если вы грамотно начнете строить свою команду в глубину, понимаете, то есть она будет расти в глубину, то есть вы будете грамотно обучать партнеров, вы можете зарабатывать очень-очень большие деньги. То есть однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход. Все очень просто. То есть если вы грамотно построили команду, пригласили 5 человек, там 3, 5, 10, неважно, обучили их, они, соответственно, дали вторую глубину, и все пошло-поехало, все вышло из зоны вашего контроля, то есть вы уже ничего не контролируете. Кто-то кого-то приглашает, вы с третьего, с четвертого, с пятого, вам просто приходят смс-ки в бот о том, что вы получили прибыль, вы получили прибыль, вы получили прибыль. Согласитесь, приятно, друзья мои. Заполнив вторую ячейку в К3, вы получаете прибыль 12 тонкоинов, и вы получаете по партнерской программе, если это ваш лично приглашенный, вы получаете, соответственно, 50%. Если вам сюда поставили, допустим, мне наставник сюда поставил бизнес-место, я получил 12 тонкоинов, потому что это моя ячейка. Мой наставник получил 2 тонкоина себе. Спасибо, наставник, приятно. Итак, дальше что у нас, друзья мои? Накопление. Вы уже поняли, как считать накопление. 16 плюс 16 равно 32. Это говорит о том, что следующая игровая комната у нас будет стоить сколько? Друзья мои, правильно, 32 тонкоина. Здесь у нас накопительная игровая комната. 32 плюс 32 быстренько заполнили. Каким образом? Апгрейдами. Вся команда следует за вами, да, то есть быстро нужно пробежать со своей командой. Дальше переходим в К5, у нас уже прибыль гораздо больше, клонов гораздо больше. То есть клоны получать круто, потому что это бизнес-места, которые будут приносить вам деньги. То есть вот представим себе, что все, у вас нету больше К5, а здесь прибыль, извините меня, 32 тонкоина. То есть 32 тонкоина прибыль в К5. Ну, приятно было бы получить. Плюс еще клонов столько. Но мы понимаем, что на К8 я получу клон в К5 сразу же. То есть у меня появится дополнительное бизнес-место, да, то есть опять 3 ячейки свободных, где при заполнении я опять получу клоны, опять получу, соответственно, деньги на выплату. Классно, классно, друзья мои. Механика дальше очень простая. К5, К6. В К6, соответственно, опять у нас прибыль 40 тонкоинов.
К1, К2, К3, клоны получаете. Дальше прибыль. И получаете, соответственно, 40 тонкоинов уходит у нас уже в партнерскую программу. То есть уже 40. Не 4 тонкоина, а 40. Согласитесь, приятно. То есть, если это ваш личник, да, то есть вы получите 20 тонкоинов. Если это где-то с глубины, кто-то кого-то поставит, 10% от 40 тонкоинов, это уже 4 тонкоина. Ну, согласитесь, приятно. То есть здесь 4, здесь 2, здесь 3, здесь 5, здесь 7. Понимаете, курочка по зернышку клюет, как говорится. 1000 тонкоинов сегодня, которые вы заработаете с помощью нашего маркетинга, понимаете, может превратиться в 10 тысяч долларов уже завтра. К7, К8, К9. Механика абсолютно точно такая же. Поехали дальше в К10, К11, К12. То же самое. Получаете прибыль, получаете партнерскую программу. Начиная с К7, К7, К8, К9. К10, К11, К12 – это игровые столы трехместные. То есть скорость на них движения очень быстрая будет. То есть вам нужно дойти до 12-й игровой комнаты. 12-я игровая комната, там уже накопления нету. То есть представьте себе, 12-я комната стоит 8192 тонкоина. И там нету накопления, там некуда больше копить. И как раз таки 8000 плюс 8000, держите выплату. Вы получите большое количество тонкоинов, вы получите большое количество клонов, вы получите прибыль, и, соответственно, мы выдадим вам деньги на благотворительность. Есть закон вселенной, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь, и социальная нагрузка в нашей компании, она обязательна, друзья мои. То есть нет ничего сложного в том, чтобы отпраздновать победу со своей командой именно благотворительностью, да, то есть делать какое-то доброе дело. Это очень классно, мне кажется. У нас были партнеры, которые прошли его за месяц, понимаете, то есть за месяц просто... пуля пролетели. В конечном итоге у этого партнера заработок суммарно там, ну, порядка 100 тысяч тонн, 250 тысяч долларов по текущему курсу. Классно, классно, друзья мои. То есть у каждого из вас будет своя скорость. Кто-то пройдет это за месяц, кто-то за два, кто-то за три, кто-то за полгода, кто-то за год, неважно. Пройдя весь этот путь, вы не просто заработаете где-то там, скажем, 20 тысяч тонкоинов. Нет, невозможно просчитать, сколько вы заработаете. Невозможно. То есть вы можете находиться на игровом столе К7, но при этом заработав уже больше, чем с игрового стола К12. Потому что клоны идут сзади вас и собирают прибыль. И вы можете на столе К7 быть, но ваша суммарная прибыль будет 30 тысяч тонкоинов, понимаете? Гораздо больше, чем вы, если бы все 12 столов прошли. Но когда вы дойдете до 12 стола, ваша прибыль уже будет 50, 60, 70, 100, потому что все будет зависеть от скорости, с которой вы двигаетесь. Ну и, друзья мои, самое важное, чтобы вы поняли, когда вы дойдете до 12 игровой комнаты, вот здесь важно, услышите меня. То есть в 12-й игровой комнате мы даем вам клон в 9-ю игровую комнату, друзья мои. То есть вы дошли до 12-го, закрыли все ячейки. Все, ваш юнит сгорел, он прошел, да, свой путь, но при этом у вас уже юнит готов двигаться с 9-й площадки. И ваша команда следует за вами. Следующий партнер прошел К12, следующий, следующий, и вот вы уже на К10 перешли. К11, К12 рукой подать, понимаете? Потому что здесь самые большие деньги. Вот здесь самые большие деньги. Очень важно набрать вот этот импульс. Вот есть точка А, есть точка Б. Да, то есть, и вам нужно дотолкать автомобиль. Ну, из меня художник, так себе. Вам нужно дотолкать автомобиль из точки А в точку Б. Большинство из вас что будет делать? Подошли, толкнули, протащили 10 метров. Остановились, пошли заниматься своими делами. Опять подошли, толкнули, друзья позвали в какую-то другую компанию. Вы такие: а, классно, да, пошли, конечно. То есть и вот такими вот подходами, грубо говоря, там можете дотолкать. Но зачастую не дотолкаете, сил не хватит. Почему? Потому что что самое сложное в толкании автомобиля? Правильно, сдвинуть его с места. То есть мы прикладываем огромное количество усилий, чтобы сдвинуться с места. И потом, когда вы столкнули автомобиль с места, все, что вам нужно делать, это бежать и поддерживать его. Понимаете, он сам едет, вам просто нужно бежать и поддерживать. Если вы создали команду, понимаете, держите динамику, просто бежите и поддерживайте своих партнеров, новичков, помогайте своей команде. По принципу Парето 80-20. На начальном этапе 80% усилий будем с вами прикладывать и получать только 20% результата. Почему? Потому что суммы маленькие на старте, понимаете, потому что вы разгон набираете. Вы не сразу же заходите там на 1000-2000 тонкоинов. И потом произойдет вот такой вот щелчок. Вы его услышите, потому что в этот момент вы будете прикладывать 20% усилий, а получать уже 80% результата. Друзья, 80% результата.
Все, что вам нужно, это найти в свою команду сильных, активных партнеров, которые будут самостоятельны прежде всего. Не вешать лапшу на уши людям о том, что, да, то есть все легко и просто будет. Нет, друзья мои, все будет сложно, здесь нужно будет работать, но прежде всего работать над собой, над своими качествами. Это маркетинг максимально прозрачный, максимально прозрачный. Это маркетинг максимально насыщенный деньгами, но здесь очень важно включиться в этот процесс. Итак, это наш основной маркетинг, игровые комнаты. У нас еще есть игровые статусы, это карьерная лестница. Это возможность также получать пассивный доход. То есть однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход. Многие из наших партнеров называют это зарплата. Знаете, как на работе. То есть все, месяц отработал, все, стабильно получил заработную плату. Смотрите, вы пригласили 3 человек. То есть по вашей реферальной ссылке оплатилось 3 человека, которые оплатили подписку. Вы теперь находитесь в статусе партнер. И каждый месяц, если вы будете подтверждать этот статус, вы дополнительно будете получать 5 тонн коинов на свой баланс. Если вы, соответственно, вырастили 3 партнеров под собой, то вы уже получите 5 плюс 15, то есть они суммируются. То есть вы уже получите 20 тонн коинов. Предположим, что в первый месяц вы только пришли, начали разбираться, смотреть, вы закрыли статус партнера. На следующий месяц вы помогли вот этим 3 своим новичкам закрыть непосредственно статус партнера. Если кто-то из них отказался, нашли другого, который это сделает. Не ищите отговорки, друзья мои, вы обязательно найдете таких людей. У кого есть внутренняя мотивация доказать саму себе, заработать большое количество денег, да, то есть чтобы, там, я не знаю, родным, близким сделать подарки. И найдутся такие люди, у которых внутреннее желание огромное развиваться, расти и зарабатывать деньги. Ничего страшного, если кто-то из них, да, из тех людей, которых вы пригласили, да, то есть оказался не тем, ничего страшного, перебираем дальше. Поэтому помогаем 3 своим людям закрыть статус партнер, и вот вы уже в статусе консультант. Вы получите 5 плюс 15, 20 тонн коинов. Продолжаем работать со своими людьми, взращиваем их, вкладываем в них свое время, инвестируем. Как только эти 3 человека, да, то есть перейдут из статуса партнер в консультант, вы, соответственно, получите статус наставник. То есть 30 тонн коинов плюс 15 плюс 5. Итого 50 тонн коинов. То есть смотрите, вы на 2 месяц закрыли. Предположим, на 3 месяц все люди у вас продлились. Просто продлились. То есть просто продлили подписку. Вы автоматически закрыли статус наставник. И автоматически получите в начале следующего месяца 50 тонн коинов на свой баланс. Понимаете? То есть просто достичь и удерживать этого статуса, и вы дополнительно каждый месяц будете получать приятный бонус. Если в статусе наставник, плюс 50 тонн коинов. Приятно. Ну и, соответственно, для самых экстремалов, у нас их просто единицы, я вам скажу, но это лучший из лучших, статус лидер. Вырастите 3 наставников под собой, и вы дополнительно будете получать еще 90 тонн коинов и бесплатную подписку. То есть не нужно будет вам оплачивать подписку каждый месяц. Вот, просто будете каждый месяц получать тонн коины от нашей платформы, складывать их на свой кошелечек и ждать, когда тонн коин вырастет. Все очень просто. 140 тонн коинов, ежемесячный бонус для лидера, плюс бесплатная подписка. Тоже ничего сложного, друзья мои. Карьерная лестница на нашей платформе позволяет вам стабильно получать дополнительные бонусы. Многие команды используют бонус карьерной лестницы для того, чтобы быстрее двигаться по игровым комнатам. То есть, если люди получают закрывать статусы, да, то есть они стремятся, чтобы их партнеры, да, то есть активировали свои комнаты более дорогие, да, то есть чтобы движение проходило гораздо быстрее. Вот и все, друзья мои. Вот и весь маркетинг. Вот и весь маркетинг. На самом деле ничего сложного нету. Финальное, на чем бы я хотел остановиться, это на клонах. Давайте разберемся более подробно, какие клоны есть, как они выставляются. Первый тип клонов, который у нас есть, это апгрейдные клоны. Апгрейд. Это когда вы заполняете все пустые места под собой и уходите на более дорогую игровую площадку. Соответственно, если это делаете вы, выставляет ваш наставник. Если ваши партнеры в первой линии уходят апгрейдом, выставляете вы их сами. Тут максимальная свобода. Выставляете куда хотите, абсолютно. Нет никаких ограничений. Апгрейдный клон можно выставлять куда угодно. Второй тип клонов – это покупные. В любой момент, если вам нужно закрыть какую-то цепочку, то есть бывает такое, что вы можете купить дополнительный клон в К1, он уйдет апгрейдом в К2, закроется полностью ячейка К2, ячейка из К2 перейдет в К3, из К3 в К4, да, то есть это называется закрыть цепочку. И иногда выгодно покупать клоны на более дешевые игровые комнаты, чтобы закрывать цепочки.
Покупной клон можно выставлять куда угодно. Максимальная свобода. И третий тип клонов, который у нас есть, назовем их бонусные клоны. Это те клоны, которые вы видели в моей презентации, которые даются в игровых комнатах. Вот здесь очень внимательно. Бонусные клоны можно выставлять в первые 24 часа вручную только под тех людей, кто находится в карьерной лестнице. То есть, если вы выстраиваете команду, то я рекомендую вам усиливать сильное. То есть, помогать тем партнерам, которые этого хотят, у которых есть желание двигаться дальше по игровым комнатам. И наш маркетинг сигнализирует вам об этом, о том, что усиливайте сильное. И поэтому бонусные клоны в первые 24 часа вы можете выставлять вручную, но только по тех, кто закрыл игровые статусы, начиная от статуса партнера. То есть, если в вашей команде есть 3 партнера, то бонусные клоны в первые 24 часа вы можете выставлять только под них. Если у вас 10 новичков и 3 партнера, только под партнеров. Соответственно, если вы в течение 24 часов вот эти бонусные клоны не расставите вручную, они улетят в автоматическую расстановку по системе умного клона. Мы называем ее СУК. Еще раз, если в течение 24 часов вы их не расставите вручную, они уходят автоматически и расставляются непосредственно. Сначала в первую линию, помогая новичкам, то есть тем партнерам, которые еще никого не пригласили, да, то есть чтобы получить им первый результат. Новичок — это может быть просто клиент, который просто пришел попользоваться продуктом, ему интересно обучаться, ему не интересно строить бизнес, понимаете? В конечном итоге ваш клон улетит ему. Он уйдет автоматически, потому что он увидит, что у него никого нету, давай-ка я ему поставлю, понимаете? Да, возможно, может и вызовет интерес у человека о том, что будет классно заниматься бизнесом и так далее, но мы эту гипотезу уже проверяли, она не работает. То есть человек задаст следующий вопрос: а когда мне следующего поставишь? А когда еще одного поставишь? Понимаете? Поэтому усиливайте сильно, работайте с теми, кто этого хочет. Помогайте своим людям достигать более высокого карьерного статуса. Тогда ваша команда будет насыщаться большим количеством тонкоинов. Вот этот пассивный остаточный доход зависит именно от сильных людей в вашей команде, которым вы будете помогать, которых вы будете взращивать. Я думаю, что нет ничего сложного пригласить 3 человек. То есть любой может закрыть статус партнера. Сколько для этого времени понадобится? День, 2, 3, 4 или может пару часов? Цена вопроса, друзья мои, там $25, скажем так. То есть подписка стоит 10 тонкоинов на текущий курс, это $25, это смешно. Позвать 3 человек, которые заплатят по $25. Заплатят за что? За офигенно классный продукт, за возможность развиваться, за классное, крутое сообщество. И самое главное, за возможность реализовать свои цели и мечты в этой жизни. Закрыть кредиты, ипотеки, я не знаю, сформировать капитал и стать финансово свободным. Стоимость этого всего $25, друзья мои. Ну не смешите меня. Каждый может, если есть желание. Если нет желания, человек не будет этого делать. Так и зачем тогда человеку, у которого нет желания, помогать? Объясните мне. Поэтому выставляйте вручную этих клонов под тех людей, которые находятся в карьерной лестнице, которые не на словах, а на деле показали, что они действительно хотят. На этом все, друзья мои, про маркетинг. Я надеюсь, что хоть немножечко стало понятно, но еще раз, дорога возникает под ногами идущего. Поэтому очень важно сейчас сделать свой первый маленький шаг. Если вдруг ты еще не активировал подписку, активируй подписку, иди посмотри, какая ценность у нас лежит в нашем маркетплейсе, посмотри 1-2 курса, чтобы ты мог продавать эмоциями. То есть у тебя возникнет эффект вау, когда ты пройдешь 1-2 курса, ты поймешь, вау, как это круто, я действительно заплатил мало, получил много, тогда делиться станет проще и движение в игровых комнатах будет гораздо быстрее. Друзья, я желаю вам всем больших чеков и пройти этот путь с точки А в точку Б, вы этого достойны.